Голосование за участников праймериз партии «Нур Отан» пройдет с 1 по 3 октября. Кандидаты могут голосовать четырьмя способами. В частности, на сайте primaries.kz через мобильные приложения могут сделать выбор в онлайн-кабинетах на избирательных участках и, как обычно, посредством бюллетеней. В настоящее время идет подготовка к внутрипартийным выборам. Партия «Нур Отан» в Уральске насчитывает 8200 членов. Они работают в 50 первичных партийных организациях. С 1 по 3 октября члены партии будут выбирать достойных кандидатов. На данный момент идет авторизация членов партии. Без этого они не смогут голосовать с телефона. В Уральске 11 избирательных участков. Каждый член партии может на свое усмотрение выбрать одного или нескольких кандидатов. Все участники готовы к выборам. По поводу о том, что могу ли я с одного компьютера проголосовать два раза, допустим, как два члена партии заходят, нет, такой возможности нет. С одного IP-адреса могут только проголосовать один член партии. То есть принцип такой: один IP-адрес, один ИИН, один компьютер и голос, соответственно, один голос. Вот такие вот особенности.